Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Открываем сегодня посылочку номер 2. Посылка для моего друга, товарища по хобби, по моделизму. Заказ делает в магазине «Я моделист». Ну и посылочка шла через одного замечательного человека, Серегу. Ну и кое-что для нас сюда положил и Сергей. Поэтому я снимаю эту посылку, чтобы порадоваться за своего друга и товарища, потому что здесь действительно очень интересная вещь в заказе. Посылочка Славы. Да, это тот Слава, который мне подогнал отличный аэрограф, о котором я мечтал. Достался мне аэрограф за полцены, за что я очень благодарен Славке. Но сейчас вы посмотрите, что Слава заказал для себя. Это что Славка заказывал? Ну и мы видим здесь набор смоляных колес на автомобиль КамАЗ. Колеса от замечательной фирмы Миниарм. Вот такие вот колесики. И Слава заказал себе такой вот замечательный аэрограф. Сейчас скрою, посмотрим. Чтоб не шуршать, скрою за кадром. Ну вот, друзья. Такой вот аэрограф заказал себе Слава на Новый год. Infinity, конечно, шикарная модель. Видите, все запаковано в целлофан, поэтому я вскрывать его не буду. Слава сам вскроет данный аэрограф. Ну, надеюсь, он мне его потом привезет на обзор. Мы попробуем покрасить, протестировать. Ну и постараемся вам рассказать о всех достатках данного аэрографа. Ну, вот такие вот замечательные ведра от фирмы Микродизайн. Сделаем шаблончики. Хорошая вещь для дополнения автомобилей. Ну и заказали мы себе еще вот такие вот замечательные кондукторы из оргстекла. А кондукторы, друзья, для сборки траков. Классно выполнены, отлично сделаны. Тест и обзор данного кондуктора также вы скоро увидите на канале. Друзья, на этом буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Дальше будет еще интересней. Ну и по традиции, всех благ вам, вашим близким,
оставайтесь с нами.